И в завершении премьера всеми любимой оперы «Кызжебек» в новой интерпретации состоялась в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. От начала до конца процессом руководил известный российский оперный режиссер Михаил Панджавидзе. Несмотря на множество технических сложностей, с которыми столкнулись артисты, из-за пандемии представление получилось поистине впечатляющим. На сцене можно было лицезреть настоящих скакунов и самые невероятные одеяния главных героев. Для исполнительницы главной роли Айгерим Сарсеновой выход на сцену в новом качестве стал дебютным. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что мне посчастливилось сыграть главную роль в новой интерпретации оперы «Кызжебек». Это мечта каждой оперной певицы. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в постановке этой прекрасной оперы. Все новое в опере, со слов режиссера-постановщика, это хорошо забытое старое. Такого же мнения придерживается и директор ГАТОП Айя Калиева. Особенность нашей постановки в том, что полностью восстановлена текстовая часть либретто Габита Мусрепова. Открыты все абсолютно купюры. То есть, как была изначально задумана опера, ни одна фраза, ни одна, скажем, сцена не была купирована.